Только с обретением независимости в Казахстане стало возможным на государственном уровне увековечить память жертв политических репрессий. В целях реализации задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, была создана Государственная комиссия по реабилитации. Только по нашему региону рабочей группой было обнаружено почти 3000 дел нереабилитированных граждан. Об этом шла речь в ходе совещания под руководством акима области Даниала Ахметова. В ходе отчета комиссии по реабилитации жертв политических репрессий было отмечено, что наши историки, преподаватели вузов и ученые проделали объемную и очень серьезную работу. К примеру, в архивах было обнаружено 2847 дел нереабилитированных граждан, из них 2666 попадают под условия реабилитации. Комиссии уже подготовлены все необходимые документы. После большого количества обращений граждан, которые хотели бы узнать о судьбе своих родных, был открыт специализированный портал, где можно оставить заявку. На сегодняшний день уже 494 дела готовы к отправке на рассмотрение уже Государственной комиссии. Это означает, что огромное количество людей не знало о прошлом своих близких и родственников. Это очень важная задача. Думаю, что эту работу нужно будет до логического конца Дастан Бирликович доводить. Комиссия детально изучила 203 дела насильственно депортированных людей. Впервые за долгие годы была также установлена их точная численность. Помимо этого, специалисты работают над делами военнопленных восточно-казахстанцев, которые находились в концентрационных лагерях во время Великой Отечественной войны. Глава региона также добавил, что к этой кропотливой работе необходимо привлекать студентов, магистрантов, а также волонтеров. Фатима Максумова-Касенова, Алтай Ахпарат.